Друзья, привет! Это Зинаш. Сегодня 21 сентября. 10 часов утра. Смотрите, здесь за домом нахожусь. Соседский виноград, видите, как разросся. Здесь такой виноград, но он такой винный, маленький виноград. А там по земле это вот девичий виноград, дикий. Здесь у меня, видите, он две двери. Межкомнатные. Старые еще, от хозяев старых остались. Вот. А это такой шарф. Я его здесь оставила. Зимой счетчики закрываю, чтобы не замерзли. Хотя, наверное, не надо. Вчера видео не снимала. Вчера настроение не то было. Вчера 20 число. 3 месяца, как не стало брата. Поэтому как-то не до веселья, не до видео. Не снимала вчера ничего. Так, короткие шерстцы. Короче, вот эти две двери межкомнатные. Потом одна входная, такая советская деревянная дверь была. Ну, есть она. Обита дермантином. Краска облупленная. Но она лежит без дела. Я ее перетащила. Решила. Пойдемте за печкой. На улице печка же. За печкой. Там собаки прорыли. Вот. И вон, видите, печка. Крыша под скат идет. И вода стекает. Тут снег, вода. И под печку вода все. И разломается она вся. Мои розы цветут. Вот этот куст. Вот хризантема. Начали цвести несколько цветочков белых. Этот белый куст. И где еще второй? Вон, второй кустик. Тоже белый. Вот это говорили, что синий. Ну, по-моему, там не только синий. Вообще никаких цветов. Ну, бутончики видно? Видно вам, нет? Вот. Бутончики. Ну, что-то намека нет на синих. Это, видимо, осенний цвет. Цветы. Вон мама сидит на солнышке. Мама, привет. В очках. Потому что после операции нужно только, чтобы защита от ультрафиолета. В очках. Короче, вон дверь принесла. Видите? Старая дверь. Облупившаяся. Она тяжеленная. Чуть рядом с ней не полегла. Вот. Ой, здесь закрома родины. Здесь и барани какашки. Вот. И трубы. В орбите меняла трубы же. А там этот, холодно-горячей воды. Это мой бампер. Который, помните, в дождь в орбиту приехала. На ровном месте в столб. Врезалась. Сняла. Ставила за 25 тысяч. А на ИСТО сказали, сейчас такие 100 тысяч стоят. Ну, она поломанная. Вот. Куда его продашь, видите? Вот. Сюда. Ти-дю. Ой, опять из носа бежит, блин. Это мангал убрала. Эти убрала. А здесь... Собаки, видите, прорыли летом, когда жарко было, под каргачом. Здесь дырку, там дырку, вон корни оголились. Здесь копали, вон, лежбище себе. Вон, прорыли. Я закрыла этой каким-то куском. Здесь малина второй год торчит. Вот этот каргач, вот такой. Стебелек рос, вот за 4 года вырос. Я его обрезала. Вон, видите? Какой вымахал, кругленький. Надо тоже срезать по осени. Вот. Хочу эту дверь, не знаю, как получится. Эту дверь вот так поставить. Но она, по-моему, так чуть-чуть не хватает, потому что я мерила отсюда, от края до края того столбика. 7 шагов моих, 7 калош.
А дверь получилась 6 калош. Ну ладно, там с краю что-нибудь прибью, поставлю. Вначале нужно вот эту землю, видите, поскидать. Сейчас я вас поставлю. Поехали работать. Ой, ой. Собаки понакопали. Собаки. Летом жарко же, вот ищут где попрохладнее. Два раджа капуры понакопали, блин. Сейчас земля, глина. Здесь не земля, глина влажная, хорошо. Летом как бетон. Ух. Ой, из нас побежала. Ой, ой. Видите, маленько нужно было, это по весне уже, немножко замазать. Видите, немножко скат небольшой, но будет вода вся. Труба, видите, какой трындец. Это я такую трубу сделала. Старый лист оцинковки был. По возможности скрутила, проволокой скрутила. И вдела. Кто не знает, я эту печку сама построила. Здесь была такая печка, там дальше. Потом здесь тандыр построила. На видео есть на канале. Я там разламывала. Разломала уже тандырную печь. Построила толку. Один раз там шашлык. Пожарила все. Вот. Там козлину надо будет убирать, козел. Вот так ставить. Ой, сейчас. Вот так надо будет ставить дверь. Это такой высоты будет. Сейчас там расчистить нужно. Вот. Поставить дверь вон ту. Где не хватит, наверное. Там еще две двери есть. Ну, такие, показывал, межкомнатные. Но там одна с дыркой. И вторую, наверное, сюда куда-нибудь закрою. Или с той стороны. Нет, там дерево вроде. С этой стороны закрою. Если получится. Вот. Вот. Мама пошла в очках деловая. Видите, в руках палочка от гусей. Кто гусей увидит, кидается гусак на нее. Хочет укусить.
Что там, мам? А? Эй, иттер шығар. Мама у оперативника, она говорит, возле двери там кто-то, мне кажется, кто-то стоит. Пускай стоит, там собаки, наверное. Оба, оба. Мама пошла на проверку. Комендантский час. Кто там? Сейчас моя маман пойдет проверит, кто там за дверью, за калиткой у нас стоит. Сейчас откроет, наверное. Откроет, нет? По ступенькам тяжело подниматься, ведь и... Дошла? Дошла. Сейчас. Железку берет. Засов. Мам, не наклоняйтесь, мама! Ики любой твой. Говоришь, наклоняться нельзя. Нет, она в три погибли. Свернется. Не стала открывать. Человек, когда в возрасте, блин, тяжело. Не слушается. Ладно, друзья, давайте. Я пока, чтобы одно тоже не смотрели. Сейчас разгребу, потом вас подключу. Никуда не уходите. Ой, расчистила вроде. Немножко. Сейчас попробую дверь притащить. Сказать, вытащить. Не знаю, с какого они дерева делают, блин. Тяжеленная, блин. Оба. Оба. Вот теперь надо развернуться. Ой. Оба. Ой, капец тяжелый. Дермантин, собаки пододрали. Вообще надо вот здесь. А здесь не разберешь ее. Здесь советская. Из хорошего толстого дерева делали. Сейчас попробую оттуда потянуть. Оба. Оба. Здесь хоть ручка висит. Оба. 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 Вообще трындец был бы. Вот здесь хорошие гвозди надо поддирать. Сейчас. Сейчас я вас на паузу поставлю. Сейчас хорошие там гвоздики. Вот принесла показать. Сейчас вот такие. Вот где. Декоративный гвоздик, видите? Чуть-чуть перебил, она всю сикость-накость пошла. А это вот такие гвоздики сейчас уберу, чтобы не видно. Вот такие, видите? Крышечка такая красивая, как цветочек. И натуральный гвоздь острый. Сейчас таких нету, не найдешь. Гвозди и то такие потоньше есть. А это вот китайская. Видите? Один раз стукнула по шляпке. Она чик-сикость-накость стала. Сейчас здесь буду. Здесь такие гвоздики есть. Нос бежит, блин, запарил.
здесь дофига их. Сейчас. Ой, а я этим, наверное... Ой, блин, надо молоток принести. Такой. Ой. Крышу. Оба. Оно, оказывается, тоже в советское время делали. Вам не видно? Вот гвоздик. Вот он. Не видно вам сейчас? Вот. Гвоздик. Но это не такой гвоздик, это тонкий какой-то. Сейчас я вас на паузу опять поставлю. Короче, такие, да не такие гвозди. Тоненькие. Даже не стоит заморачиваться. Так что будем тащить свою дверь. Ой. Опа. Ну, трындец, он тяжелый, блин. Отсюда. Опа. Выйду. Так. Еще чуток. Ой, блин. Мешается. Оба. Оба. Еще чуть-чуть. Здесь вот так. Так сил не хватает. Сейчас. Одно принесешь, другое нужно. Молоток нужен. Сейчас на паузу поставлю вас. Все, пришла. Тут молоток принесла. Сейчас вас поближе поставлю вам. Видно будет, не видно будет. О, паучок на телефоне. Кыш. Здесь двери. Вам видно, не видно? Вот гвоздь торчит. Я его заодно прибью. Я так думаю. Чтобы прибить, надо эту железяку. Дверь маленько подвинуть. Будем забить, чтобы она ветром. О! Как тут и было. Смотрите, какая дверь страшная. Краска поблупилась. Ой, видите? На 100 рядов красили, видите? Госконтроль идет. Лай со, мама, хочешь корпорация? О, видите? Мама бдит оттуда. На же шеге булган?
Чили, сон кага сал, потому что да, снегом этом ветром не унесло. Вот. Вообще по-хорошему сюда бы прибить. Вот сюда. Желобок, там у меня один желобок есть. Сейчас принесу, померяем. Может, смогу сделать. Сейчас вас на паузу поставлю. Мама, видите? Ой. Мама бдит. Сейчас. Ой, друзья, заждались. Я вот не знаю, принесла ножовку. Хочу. Где перчатки мои теперь? Вот они. Хочу вот этот. Сюда жду. Вот такую старую хреновину нашла. Дождя вот так вот сделать, чтобы вода туда сливалась, к вишне. Сейчас попробую. Надо будет. Сейчас. Позже. Сейчас на этом закончу видео. Видите, принесла эти палочки. Сейчас подготовлю. Потом попробую сделать все это. Потом вам сниму. Ой, кожа сухая стала. За лето высохла кожа. Все, давайте, пока.